Всем привет, друзья, меня зовут Николай. Сегодня мы вместе с вами попробуем молоко бабушкина крынка. Вот так выглядит упаковка. Такая бутылочка очень необычная, она такая немножко приквадратная. То есть у нее такие вот грани есть с мягкими углами. Нарисована бабушка, которая, видимо, своему внучику наливает крынку, ну, из крынки наливает в кружку молоко. Это молоко питьевое пастеризованное, ультрапастеризованное, 3,2%. Добрая традиция, нам написано, написали. Могилевская молочная компания произвела это молоко. Город Могилев, улица Академика Павлова, 3. Всем привет из Могилева, как там у вас дела? Заходите в гости на улицу Академика Павлова, дом 3. Если что, это Беларусь. Да, если кто не знал, что Могилев, это Беларусь. И, соответственно, на территории таможенного союза. Вот так вот произведено. Ну, конечно. В общем, давайте попробуем молоко. Я его уже открыл и погрел, потому что у меня горло побаливает. Поэтому я вот холодное решил не пить. Конечно, молоко разогретое, оно уже совсем другими вкусовыми качествами обладает, чем молоко прохладное или комнатной температуры. Но, в общем, мне нравится. Такое ванильное, сладенькое. Орехами какими-то вот дает. Хорошее молоко. Неплохое совсем. И хранится оно, интересно, что 3 недели. Да? Обычно вот подобное молоко, оно хранится типа 10 дней. А у них хранится 3 недели. Ну, видимо, это потому, что оно ультрапастеризованное, то есть его как следует так прожгли. Ну, кстати, топленого вкуса в нем особо нет. Часто ультрапастеризованного молока такой ядреный топленый привкус. А тут особо он не чувствуется. Хорошо молочко. Мне нравится. Ничего не скажешь. Хорошее. Друзья, положительные оценки я ему ставлю. Конечно, то, что я его погрел, оно немножко изменило свое вкусовое качество, но в целом все равно. Такое очень мягкое. Сладенькая, ну, в таком молочном смысле. Немножко терпкая. Жирность правильная. Тут честная жирность, не разбавленное молоко. Мне нравится. Могу рекомендовать молоко бабушкина крынка. Я его первый раз просто увидел вот сейчас. Практически не осталось на рынке молока, которое я бы не пробовал. И вот это вот одно из них. Я его увидел, сразу взял и удивительно, но оно совершенно неплохое. Жду ваших комментариев, друзья. Прошу прощения, приболел. Город Могилев, да. Пишите мне, кто оттуда, кто рядом живет, как у вас там дела, как на этом заводе дела, где это молоко делают, как там коровки поживают. Ну и все всячески давайте обсуждать и бабушкину крынку, и белорусское молоко, и вообще. И даже насколько вот вы о себе знаете, насколько у вас молоко меняет вкус, пусть только вы погреете. Большое спасибо, что ваши комментарии. С вами был Николай. Пока.